Привет, привет, друзья! Сегодня я приготовил вот эту большую коробку с тоботами, и мы будем сегодня ее трансформировать. Итак, нам поможет наш помощник! Привет! Привет, Иво! Как дела? Давай лови! Это новые тоботы! О, я боюсь, сейчас они перевернутся! Гора игрушек! Посмотрите, как их много! Все разлетелось! Итак, сегодня будет челлендж! Поставьте нам сразу лайк и напишите в комментарии, какой ваш любимый тобот! Чтоб мы знали, про кого снимать больше видео и мультиков! Сегодня будет челлендж такой! Кто больше успеет трансформировать тоботов? Сейчас мы расставим эти машинки. И сколько у нас в конце получится тоботов, тот и победил. В прошлый раз у нас был счет 1-1, когда мы собрали с ним. Он собрал 8 тоботов, а я 10, я тогда победил. Итак, в этот раз я не знаю, будет какой счет и кто победит, сколько у нас машинок. Но здесь есть несколько очень огромных и больших тоботов. Итак, ребята, вы готовы? Ну что, ты готов победить меня? На старт! Внимание, марш, поехали! Вот он хитрый, он взял самого маленького тобота. Он хочет быстрее разобрать. Итак, я, ребята, хочу вам напомнить, что побеждает тот, кто соберет больше трансформеров. А некоторые трансформеры у нас состоят из двух, из трех, или даже из шести, как Магма 6, например, из шести или из семи. Итак, у меня первый тобот готов. Это тобот Z. Итак, первый тобот готов, я его ставлю сюда. Дальше кто у нас? Я начну с Кватрана. Так, Кватран, он из четырех тоботов. Не знаю, получится у меня или нет собрать его быстро, но я надеюсь, потому что у меня... Так, ты начал разбирать Игрика. Так, это Игрик приключения. Так, он хитрый. Но, в принципе, это тоже сложный достаточно тобот. Не знаю, сможет ли он его быстро разобрать и трансформировать. Итак, у меня тобот Д. Я его присоединяю, его руку. К тоботу Дубль В. Так, теперь нам нужна вторая рука. Так, быстро трансформирую тобота С полицейского. Это будет другая рука у С. Так, она трансформируется. Так, теперь прикрепляю руку, и теперь все это нужно одеть на тобота R. Итак, интегрирую, соединяю. Есть! Кватран готов. Итак, у меня в копилке уже два тобота, вот они. Перехожу к следующему тоботу. Это будет большой Дельтатрон. Я сберу самого, не самого, но одного из самых больших тоботов. Итак, Дельтатрон. А он берет Магму 6. У него тоже два тобота в копилке. Итак, кто сможет победить? Дальше переходим. Разъединяем этого огромного тобота Д. Так, голова. Где голова? Открываем. Так, что-то у нас не видно головы. Вот она. Вот здесь будет голова. Открываем голову. Поворачиваем его руки. Так, достаем эти руки. Доставайтесь. Они очень сильно здесь закрыты. Вот так вот открываем. Здоровенный Дельтатрон. Мощный, крутой. Так, этот тобот самый, наверное, сильный у нас. Так, дальше открываем ноги. Так, у него тоже здоровенный тобот. Посмотрите, он собирает Магму 6. Это у него ноги, у него Тетта, да, тобот? Да, Бетта и Тетта. Он пытается соединить ноги, теперь он берет Вулкана. Ага, хитрюга какой, Вулкана разбирает. Так, а у меня нога, одна нога готова, я ее разобрал, теперь разбираю вторую ногу. Так, стой, падает она. Беру вторую ногу, мы очень торопимся, потому что хотим победить. Так, вторая нога, одна открывается, здесь открывается его подставка, чтобы он не падал. Так, все, две ноги готовы, теперь нам надо соединить эти ноги.
Так, берем и соединяем эти ноги друг с другом. Все, соединились, нормально. Итак, осталось, чтобы ТД одеть на эти ноги. Чего-то не хватает, ребята. А не хватает его огроменных перчаток. Посмотрите, вот он, Дельтатрон. Так, у него уже одна нога готова. Он пытается одеть. Так, он одел ноги на Магму 6. А я одеваю мега перчатки усиленные. Так, Дельтатрон. Ну что, ты уже собрал? Нет, он доделывает его. У меня одна перчатка застряла, но я ее вынул. Так, одеваю вторую перчатку. Все. Дельтатрон готов. Итак, ребята, посмотрите. У меня 3 тобота. И у него уже собраны 3 тоботы. Магма 6, тобот Y и тобот Y. Так, переходим к следующим тоботам. Так, он берет Zero огромного. А я беру здорового тобота X-Evolution. Быстрее, пока счет равный 3-3. Но здесь очень сложные тоботы. Сложные. Эти тоботы так просто не открываются, потому что это не мини-тоботы. Это настоящие большие тоботы, которые готовы. Готовы помочь нам в любую секунду. Итак, у меня тобот X. Открываю его голову. Так, голова есть. Руки. Так, он немного заел. Открываем его руки. Так, достаю руки. У тебя получается тобот Zero? Так, рука, вторая рука. Все, руки достал, нормально. Теперь надо соединить его, все это соединить. Так, ноги, ноги, достаем ноги. Вся эта конструкция как-то должна закрыться, захлопнуться. Здесь захлопываем. И здесь одеваем ему вот так вот. Все, у меня тобот X. Evolution готов, все, я его сделал, ребята. Так, у меня 4 тобота, у него 3, пока что я впереди. Так, мой помощник разбирает, трансформирует Zero. А я перехожу к следующему тоботу, перехожу к Квадрану. Итак, Квадран, у меня Квадран, тобот черный. Вот такой вот тобот, это тобот R. Дальше мы трансформируем тобота D. Так, это D, да, тобот? Какой это тобот? Точно, это тобот дубль В. Достаем его голову. Так, помощник перешел на Гига 7. Посмотрите, у него тоботы сложнее. Но ничего. Я надеюсь, мы опередим. Пока счет 4-4, счет одинаковый. Мы не можем никак оторваться от него, потому что он нас всегда догоняет. Так, переходим к его руке. Одеваем руку, это тобот С полицейский. И теперь тобот Д, это другая его рука. Так, это мой 5-й тобот будет, которого я собрал. Стоять. Есть, 5-й тобот. 5-й тобот Квадран. Итак, остались. Титан остался. Тритан остался. А у него Гига 7. Ну что ж, это последний тобот. Сейчас посмотрим, как мы его сможем трансформировать. И потом посчитаем, кто собрал больше тоботов. Итак, у меня Тритан. Его руки. Это Тритан необычного цвета. Он открывается очень легко. Так, дальше у нас идут ноги. Мы сейчас все подготовим, трансформируем. А затем начнем считать, у кого сколько тоботов. Так, смотрите, мой помощник включил суперскорость. Он очень быстро трансформирует ноги у Гига 7. Так, он достает ноги, а я тем временем потихонечку трансформирую Тритана, вот такого вот синего, фиолетового, зеленого цвета. Так, у меня все получается. Одеваю, трансформирую. Ребята, сейчас я буду интегрировать его. Так, где твоя голова, Тритан? А вот у него голова. Давай, доставай свою голову. Все. Так, значит, мой помощник собрал Гига 7, и у нас кончились тоботы. Ребята, ну что, я вот дособирал Тритана, и сейчас мы переходим к подсчету. Так, начинаем подсчет. Сколько собрал тоботов мой помощник? Гига 7, первый. Тобот Zero, тобот Эвакуатор, второй тобот. Магма 6, посмотрите, какой огроменный тобот.
Ой-ой-ой, он еле стоит, потому что он очень большой. Это третий здоровенный донат. Сейчас мы его поставим. Так, Магма 6, стой, не падай. Дальше идет Игрик. Дальше идет Игрик приключение. Еще один мини-Игрик приключение вот такого розового цвета. Итак, 5 тоботов собрал мой помощник. Теперь переходим к моим тоботам. Итак, Тритан первый. Кватран второй. Черный такой Кватран необычного цвета. Дальше идет Кватран, это третий тобот. Так, затем у нас идет тобот X Evolution, четвертый тобот. И это пятый тобот, Дельтатрон, огромный здоровенный Дельтатрон. И шестой тобот, вот такой вот малюсенький мини-Зет. Ребята, я побеждаю со счетом 6-5. Наконец-то в этих челленджах стал побеждать я. Ребята, подписывайтесь и напишите, понравился ли вам этот челлендж и кто ваш любимый тобот. Всем пока-пока. Пока.